Железные дороги – неотъемлемая часть экономики России. В XIX веке они строились как необходимый фундамент нового промышленного государства. В 20-м столетии железные дороги связали огромную страну единой цепью, став основой индустриализации и мобильности граждан. Сегодня ОАО «РЖД» – преемник традиций прошлого и один из флагманов развития национальной экономики. ОАО «РЖД» в первом полугодии 2017 года вошла в топ-5 крупнейших заказчиков по объему заключенных договоров. А электронная торгово-закупочная площадка «РЖД» в топ-3 крупнейших электронных площадок по общему объему опубликованных извещений. В октябре 2016 года прошла первая встреча руководства «РЖД» и участников закупок, позволившая наладить конструктивный диалог. В «РЖД» происходит рост закупок и повышение доли закупок в электронной форме. Объем закупок «РЖД» в первом полугодии 2016 года составил 854 миллиарда рублей, из которых 63,8% были проведены на конкурсной основе. В первом полугодии 2017 года данные показатели составили уже 923 миллиарда рублей и 65,7%. К основным приоритетам закупочной деятельности российских железных дорог относятся развитие партнерских отношений с субъектами малого и среднего предпринимательства, импортозамещение, инновации. В 2014 году ОАО «РЖД» утвердила программу сотрудничества с субъектами малого и среднего предпринимательства, цель которой – формирование сети квалифицированных и ответственных партнеров. В рамках осуществления программы «РЖД» создан реестр надежных партнеров. На сегодняшний день число участников программы партнерства превысило 140 компаний из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Правительство России установило для компаний и субъектов закона номер 223 ФЗ целевой показатель закупок у предприятий малого и среднего бизнеса на уровне 18%. Этот показатель в ОАО «РЖД» в первом полугодии 2016 года составил около 45%, а в первом полугодии 2017 года превысил 52%. В рамках программы импортозамещения специалистами РЖД составлен перечень иностранной продукции, рекомендованной для производства российскими предприятиями. В настоящее время в список входит более 1000 наименований изделий, и политика РЖД направлена на стимулирование производства аналогичной продукции отечественными компаниями. Партнерами РЖД выступают корпорация малого и среднего предпринимательства и «Опора России». Совместно с корпорацией МСП РЖД регулярно проводит в различных регионах страны мероприятия для обмена опытом с поставщиками и улучшения системы закупок. В 2017 году семинары для поставщиков были проведены в Воронеже, Чите, Челябинске, Красноярске и других городах. Российские железные дороги успешно реализуют программу закупочной деятельности. И в дальнейшем РЖД намерены идти по пути плодотворного сотрудничества с партнерами и выстраивания взаимовыгодных отношений на правовой основе.